Новый рекорд в безвизовом Гродно. В областном центре сегодня встретили 50-тысячных туристов. Ими стали жители польского города Августово. Семья приехала перед Рождеством на прогулку в Гродно. И уже здесь выяснилось, что безвизовый визит оказался удачным. Кроме поздравлений от представителей администрации области, гостям вручили памятные подарки и пригласили приезжать в Гродно еще. Безвизовый режим, должен сказать, значительно упростил поездки и путешествия в Беларусь. Больше нет ненужных формальностей и бумаг. Сейчас все можно сделать дома через электронную почту. За день все готово. Сейчас можно это все практически мейлово. Мы очень рассчитываем, что попадет в безвизовую зону аэропорт наш, который имеет очень современную навигационную систему. И мы надеемся, что попадет в зону безвизовую и железнодорожный вокзал. И поезд Краков-Варшава-Белосток-Гродно будет успешно перевозить туристов. В последующем есть намерение польской стороны открыть еще один маршрут Щетин-Варшава-Гродно. Безвизовый год, по словам экспертов, дал Гродненскому региону преимущество не только с точки зрения имиджа, но и в плане экономики. За время действия безвизового режима туристы оставили в области более 10 миллионов долларов на покупках и отдыхе. В среднем иностранный турист тратит во время поездки 100-120 евро в сутки.